Через 10 миллионов сейчас называют зарабатывать. Вы начинаете, да? Позади первое. А если смотреть на юг, видите, русское свечение. Прекрасно. А далее, еще одна башня. Запады что делают? Что там? Квадратные. Вот здесь лучше видно. Ветеранский блок. Лимон баксов место на кладбище. Что еще важно? Миллион долларов. Старый город. Over here, please. Дерус, обнимем тучи, нас тут сдувает на смотровой площадке. Смотри, он будет прямо, два серых купола. Большой и маленький, прямо если посмотрим. Это комплекс драма Кубана. Большой купол, то, что мы называем ротондой, и кубовый. А маленький купол сейчас это главный, под ним главная резиденция греков. А, внутри прямо гроба Господа. Здесь находится маленький кружочек, который мы так называем как называется. Да, хоронили покойников в Петербурге. Такие плиты расстилали. А само тело, мощами, завернуто в плащаницу тела, носит в пещеру. Вот та, которая с востока, там их нет. Почему видите, два оленя пред крестом. Два оленя как символ жертвоприношения. Дамы и господа, в этом автобусе в стоящем виде застрахован только ваш покорный слуга. Мы идем по старому Иерусалиму. Кажется, дождь собирается. Sorry. Yeah.
צהריים טובים יותר, נכון? Он водопровод. Ну, вот так город и живет. Дорогие мои, все это лирика. 10 век. Физика начнется у гроба Господня. Осторожно, видать, кто-то трубы чистил. Не подскользнитесь. Вот начинается. Вот какая красота. Амрам! Церковь гроба Господня. А дай фатру, а кто ты молитвей? Окей, дамы и господа, просто со стороны прицела ангела, как говорит фотограф храма, не очень большая очередь. Поэтому всю лирику оставлю на десерт, идемте за мной. Пантелеймон! Это один из старейших монахов. Шапочки снимаем, джентльмены. Справа остается Голгофа, но мы туда еще вернемся. Затем Иисус от чаши молился в Гефсиманском саду, где был предан, где был взят под стражу. И, наконец, распят был Голгофа. На Голгофе Иисус был распят 5 недель. И обратите внимание, делайте полшага вперед. Вот при входе в храм, вы видели толпа поднимается? По праву, русский путинец. Представьте себе, что это подъем на холм, который когда-то напоминал покорный череп. Череп на иврите, гульголет. А слово «гульголет» происходит слово «гульгота». То есть Голгофа. Да, да? Есть, да, есть, соответственно. Этот ком, безусловно, находился за